Уже всю игру практически на равных даже ввели в счете, и так бездарно проиграть, как эмоции? Ну, нас центрового вначале нашего посадили, практически нашего опорника. Без него нам было трудно, вот. Ну, а в одного игру, понимаете, не вытащили. Ты ему хочешь тащить за то, что он два технаря получил? Конечно. Я ему тащу потом. Вот, а так, ну, проиграли, ничего страшного. А соперник сильнее был? Я не знаю, я так не считаю. Вот. То есть им больше повезло, наверное, да? Да. Молодцы, спасибо.